На календаре 17 января. 17 января 1852 года в общественной и культурной жизни Самарской губернии произошло важное событие. Вышел первый номер первой местной газеты «Самарские губернские ведомости». Это издание было единственной газетой в главном городе губернии целых 15 лет, до 1867 года, когда стали также выходить «Самарские епархиальные ведомости» и «Самарский справочный листок». 17 января 1854 года в губернской столице на улице Дворянской, ныне это улица Куйбышева, открылось Самарское дворянское благородное собрание. Этот клуб в основном занимался общественной работой и благотворительностью. Именно здесь прошла первая в Самаре выставка художников-передвижников. Это были полотна Маковского, Мясоедова, Боголюбова, Шишкина и других мастеров изобразительного жанра тех лет. А в 1896 году здесь же официально открылся Самарский публичный музей, при котором был создан художественный отдел. 17 января 1940 года в селе Утевка Нефтегорского района Куйбышевской области закончили установку радиоузла со студией для местных передач. Во многих домах появился свой репродуктор. Сельчане слушали по радио разные передачи, особенно они ждали трансляции концертов. Сегодня во всем мире отмечается День детских изобретений или День детей-изобретателей. Символично, что в этот день родился один из выдающихся американцев, государственный деятель, дипломат, ученый, журналист, изобретатель Бенджамин Франклин. Свое первое изобретение – пару ласт для плавания, которые надевались на руки, он изобрел в 12-летнем возрасте. А еще в этот день в разные годы и столетия родились русский актер, режиссер, педагог, реформатор театра, народный артист СССР Константин Алексеев, вошедший в историю под псевдонимом Станиславский, балерина, увековеченная Пушкиным в романе «Евгений Онегин», Авдотья Истомина, российский ученый, основоположник аэродинамики как науки Николай Жуковский, легендарный американский боксер Мухаммед Али, популярный киноактер Джим Керри, шестая чемпионка мира по шахматам Майя Чебурданидзе, французская певица и актер актриса Далида, известный российский писатель-сатирик Семен Альтов, композитор, певец, автор множества хитов Игорь Николаев, поэт-песенник Константин Арсеньев и многие другие известные люди. Именинников сегодня более чем когда-либо. Александр, Аристарх, Архип, Афанасий, Денис, Ефим, Иосиф, Карп, Климент, Марк, Никанор, Николай, Павел, Прохор, Семен, Степан, Тимофей, Трофим, Фадей и Филипп. 17 января народный календарь вспоминает Зосиму, покровителя пчел. Для этого дня существует особая примета. Если в эту пору много снега, год будет медовым. Чтобы уважить Зосиму, на стол обязательно ставили мед и лакомство из него. Например, медовые пряники. А вечером все дружно гадали на погоду. Чистое небо с полной луной предвещало сильное половодье. А если при безоблачном небе еще и морозно, значит холода будут стоять еще долго. Приятного вам зимнего дня!